Сколько намадов вы за сегодня убили? А, у вас на лбу написано. Ну ты попал. Кому-то нужна помощь. Помогите! Помогите! На помощь! Все будет хорошо. Ты хочешь тут сдохнуть? Слушай, рядом есть лагерь. Лагерь? Где? Где? Покажи, я пойду. Peaceful Lake, Марк Коупленд. Там безопасно. Я думал, мне конец. Представляешь? Охренеть! Спасибо тебе. Большое тебе спасибо. Да, скажи, это был Дикон Сент-Джон. Они меня знают. Держись подальше от дорог и беги. Ты сдох! Это поправимо. Нормально.
двигаешься. Так, надо осторожно. Коуп, я его нашел. Слава тебе, Господи! Он жив? Немного помят, но жив. Я так понял, группа намадов пыталась вытрясти из него сведения о вашем лагере. Сколько у вас человек, сколько оружия? Надеюсь, он сказал. Так о чем была речь? Надеюсь, он сказал, что оружие у нас завались. И что мы его не сложим. Федералы нам больше не указ, так ведь? Нет, не указ. Мэнни возвращается в лагерь. Скажи ему, чтоб пахал и не рыпался. Отбой. Дороги. Хоть и нет машин, зря он сюда полез. Давай посмотрим.
Черт! Еще. Вперед! Это все? Хочешь взять креозот? Я вижу, тебе нравится гонять на самосвале. А, еще как нравится. Короче, я поехал к старой лесопилке. Там несколько цистерн с креозотом. Этого нам за глаза хватит. К лесопилке? Насколько я помню, там орда. Огроменная. Да, это я, в общем, и сам знаю. Тебе все не мется на тот свет? Даже после того, как жену нашел? Дик. Мы ее вытащим. Да нет, нет, ты не понял. Все под контролем. Ты, главное, будь наготове. Как расчищу дорогу, я тебе сообщу. Конец связи.